Добре утро. Що ж, ми повертаємося, у нас вже нові гості. Доброго ранку. Доброго. У нас в гостях Євген Мочерняк, це організатор всеукраїнського танцювального фестивалю Breaking Weekend, і Олена Данілова, соціальний педагог обласного благодійного фонду «Повернення до життя», менеджер волонтерського руху. Розкажіть нам, будь ласка, більше про цей фестиваль, яка була основна його мета? Доброе утро, да. Основной целью данного мероприятия было, само собой, развитие здорового образа жизни, развитие молодого поколения и, самое главное, пропаганда брейкинга среди молодежи. Вот это самая главная цель данного фестиваля. Я думал, сейчас как сказать, ой, так а что ты так кратко, лаконично по делу. Так, хорошо. Как тост. Сколько было людей, как много, там, я понимаю, много было участников и много было зрителей? Да, ну, фестиваль был всеукраинским, поэтому участников было много, скажу даже больше. Располагал, что будет много людей, но, честно говоря, не располагал, что вот именно так много. Фестиваль проходил в трех номинациях, то есть ученики до года, ученики до трех лет и номинация профессионала, то есть ребята, которые тренируются больше трех лет. Участников, допустим, участников до года было 90 человек, участников до трех лет было 35 человек и профессионалов было 16 человек. И более того, фестиваль был направлен, я же говорю, на развитие молодого поколения, на развитие здорового образа жизни, поэтому фестиваль был абсолютно бесплатным. То есть вход свободный, никаких взносов не было за участие, поэтому каждый желающий мог прийти не только посмотреть, но и принять в нем участие. Поэтому, чтобы вы понимали, грубо говоря, на каждого участника приходилось, ну, как минимум 3-4 человека, то есть мама, папа, сестра, бабушка или дедушка. И что самое интересное, и мне понравилось, вот ребята, которые привозили своих учеников, говорили, мы приедем с родителями, потому что родителям вот именно интересно принимать участие, ну, именно вместе с детьми на подобного рода мероприятиях, именно в плане поддержки. Ну и самое главное, родителям всегда интересно посмотреть все же, чем занимаются их дети. Угу. У нас есть видео, я так понимаю, да? Да. Мы уже можем посмотреть и прокомментировать его все-таки. Попозже, я понял. У мене основне питання. Тобто діти до року можуть займатися вже танцями? Діти, які займаються до года, то есть займаються, ну, їм може бути там 10 років, наприклад, але вони займаються 2-3 місяці. Я це сприйняла як вік, і у мене реально в голові стався вибір. Як, думаю, діти до року? Я так зрозумів. Це просто названня номінації. Діти, які займаються. Що тепер успокаїлося? Я вам скажу. Да. Уровень такой, что детей до года забираем, все нормально. Каким образом Елена помогала? Я так понимаю, что помогала? Само собой. Само собой, так. Да. Вот сразу же хотелось бы поблагодарить именно партнеров данного фестиваля. Это областной детский юношеский центр, управление образованием молодежи и спорта Кировского горисполкома. И самое главное, областной благотворительный фонд «Возвращение к жизни» в рамках проекта «Здоровая молодежь». Вот Лена, ну как бы руководитель волонтерского движения со своими волонтерами нам помогала в организации данного фестиваля и в проведении на регистрации в плане разных моментов, там, ну, помогали нам очень здорово. Спасибо большое, кстати. Олено, як охоче молодь взагалі бере участь у таких фестивалях? Їх треба якось тягнути, чи цей процес він уже налагоджений? Чесно говоря, у нас немножко специфическое направление работы с молодежью. Хотелось бы немножко рассказать о проекте, который мы начали совместно с Las Vegas Family. Это все-таки здоровая молодежь. Областной благотворительный фонд возвращения жизни занимается реализацией нового проекта Health Youth, здоровая молодежь, который направлен на профилактику употребления наркотических средств среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни, ну и, конечно, поддержка уличных видов спорта. То есть мы создали такой проект, который бы показывал альтернативу, наверное, проведения своего времени, своего досуга. То есть мы немножечко меняем ценности. Все-таки направляем больше на здоровый образ жизни, показываем, что для того, чтобы быть успешным и здоровым, не обязательно что-то вкладывать материально, потому что многие клиенты нашего фонда, нашего проекта элементарно даже не имеют возможности оплатить проезд, чтобы там приходить на регулярные наши волонтерские собрания, поддержать какие-то акции. Поэтому все, что мы делаем в рамках этого проекта, абсолютно бесплатно. Вот у нас есть устный договор с Las Vegas Family о том, что занятия могут
посещать такие вот дети, такие вот подростки абсолютно бесплатно, где с ними работают тренера, где они находятся совершенно в другой среде, обучаются чему-то новому и, конечно же, меняется мировоззрение. Это основное наше, это цель, наверное, наша основная, потому что все изменения начинаются непосредственно только с себя, и мы хотим показать, как это. Вот, в плане нового проекта в рамках реализации у нас еще планируется работа с семьями. Потому что, к сожалению, к нам обращаются подростки с родителями, это уже как результат. Да? Вот у меня сын, у меня дочка начали употреблять наркотики. Мы предлагаем, конечно, вы можете обратиться туда, мы вам можем помочь. Нет, с нами работать не нужно, это не мои проблемы, это проблемы моего сына или моей дочки. Но на самом деле это неверно. Все идет с семьи, и зачастую проблема нашего общества в том, что мы перестали общаться с собственными детьми. Мы перестали показывать, как можно отдыхать всей семьей, что могут быть общие увлечения, занятия спортом, брейкингом. Это тоже может быть семейным делом. И, в принципе, это основная такая глобальная цель, которую мы хотим донести. Как вас можно найти? Нас можно найти очень просто, потому что мы даже временно, наверное, там частично будем базироваться в Las Vegas Family. Поэтому... Проект «Здоровая молодежь», вы можете всегда туда прийти на тренировку, получить визитку. Но основное наше место нахождения – это улица Дворцовая, 51/44, в самом центре. Поэтому всегда приходите, мы рады, чем сможем, поможем, конечно же, посоветуем. Женя так сидит. Оказывается. Все за него рассказали, отлично. Ну, ребят, удачи. Круто. А когда следующее? Я так же загорелся, когда следующее? Подобного рода мероприятие? Ну да. Честно говоря, тут еще нужно подсобраться после этого мероприятия, потому что, ну, опять-таки же, все нормально. Повторюсь. Что тебе? Все хорошо. Все, вот именно для подобного рода качественного фестиваля, все пункты были соблюдены. Это прекраснейший зал областного детского юношеского центра, хороший квалифицированный судья с города Николаева Бибовиня, молодой перспективный диджей Игорь Тамарянский, он же диджей Тамарян с города Полтавы. Единственное, вот у Валеры Компаса, который должен был быть ведущим по состоянию здоровья, к сожалению, приехать не получилось, поэтому пришлось вести мне. Поздравляю, с почином. Дебют. Молодец. Ну, честно говоря, для меня это не первый, я так понимаю, не последний раз подобного рода. Ты и пританцовывал, ты сможешь. И пританцовывал, и подпевал, там, как оказалось. Единственное, что, вот, к сожалению, не получилось уделить достаточно времени ребятам, которые приехали из других городов, чтобы с ними все-таки пообщаться, узнать, как дела, рассказать, как у нас здесь дела, потому что, в принципе, ну вот, как бы, для меня это уже, ну, грубо говоря, не просто занятия танцами, а образ жизни. И более того, я вот когда езжу на фестивали уже в другие города, то я не езжу там выиграть или дойти куда-то, там какую-то номинацию снять, грубо говоря. Для меня это приехать, пообщаться с друзьями, познакомиться с новыми людьми, узнать, как дела, что нового, там, и рассказать, возможно, чем мы здесь у себя занимаемся. Слушай, я начинаю бояться тебя в хорошем смысле этого слова. Смотри, у тебя были флешмобы в школах. Да. Да, теперь у тебя вот такой проект грандиозный, да? Может, это ты Майдан сделал, не? Возможно, там частично был как-то подвязан. Более того, хотел бы рассказать о новом небольшом проекте. Вот совместно с областным благотворительным фондом новый проект под названием «День открытых дверей». Вот, хотел бы, кстати, вас всех пригласить. 2 апреля наш зал Las Vegas Family, который находится в ДК «Компаница», в центре города, за площадью. Бывшая площадь Кирова, да. День открытых дверей. Что это подразумевает? То есть, опять-таки же, развитие данной культуры, развитие молодого поколения. Абсолютно любой человек может бесплатно прийти к нам на занятия, познакомиться с ребятами, принять участие в джеме, грубо говоря. Будет просмотр фильма, после этого будет обсуждение. И самое, что немаловажно и очень интересное, будет мастер-класс от Елены Даниловой в плане, как перестать волноваться, как поверить в себя. Это самое главное, да. Как самое главное, что именно касается брейкинга, как самовыражаться. Я смотрю, что с тобой Елена уже поработала, не волнуйся. Молодец. Самовыражаться уже начался. Я просто мало спал. Поэтому, ребят, удачи вам. Побольше таких проектов крутых, социальных, классно. Мы подойдем, я думаю.
Я думаю, директор этих дверей 2 апреля. Нам теж треба самовыразиться. 2 апреля, ДК Компаница, 12 часов дня. Ждем всех, рады каждому. Лозунг. Спасибо большое, друзья. Ну, а мы продолжаем учить украинский язык. И как правильно, заступник чи заместник? Смотрим.